Ульяновские медики повысили квалификацию. Новые знания, которые ульяновцы получили в Чебоксарах, позволят классифицировать спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Напомним, врач-классификатор – это человек, который помогает параспортсмену определить, в каком виде спорта и с какими соперниками он будет принимать участие в соревнованиях. От наставления и рекомендаций специалиста зависит успех будущих победителей. Медицинская классификация включает в себя ведение документации, оценку функциональных возможностей спортсменов. Она плавно переходит в техническую классификацию. Для этого требуется уже определенное образование по типу адаптивной физкультуры и спорту. Здесь мы уже смотрим спортсменов, которые непосредственно выполняют определенные движения и действия, которые они будут выполнять в той или иной дисциплине. Непрерывное образование медработников – одна из важных задач нацпроекта здравоохранения. Во время обучения в Чебоксарах врачи физкультурно-оздоровительного диспансера не только усвоили теорию, но и прошли практику. Они приняли участие в работе спортивно-функциональной классификационной комиссии на чемпионате России по параатлетике в качестве судей медицинских классификаторов. Каким образом все это проводилось? То есть предсоревновательный период, классификационная группа осматривает спортсмена, определяет класс, определяет статус, определяет дисциплину. И дальше формируются списки и перечень спортсменов, которые будут участвовать на равных на крупных соревнованиях всероссийских. Пока спортсмены и чемпионы отдыхают, но с началом учебного года количество пациентов диспансера значительно увеличится. Полученные знания и опыт позволят докторам улучшить свою работу. Алина Тихонова, Артем Куранов, Улправда ТВ.